И сегодня в КБГУ открылась международная научная конференция, посвященная знаменитому российскому философу Георгию Гачеву. Преподаватели Госуниверситета организовали форум к 85-летию со дня рождения ученого. В симпозиуме участвуют известные литературоведы, филологи, культурологи и искусствоведы России, Казахстана, Грузии и Украины. В Нальчик приехала и дочь Гачева, Анастасия. На торжественном открытии организаторы напомнили о научных достижениях академика. Именно он впервые применил термин «национальные образы мира». Моя мама кабардинка, мой отец... Дело даже не в том, что он про Кавказ писал или не писал. Он просто вывел такой закон соотнесенности между экосистемой, ментальностью народа и логосом народа. И просто по этому закону любой ученый может садиться и описывать особенности своего собственного народа. Этим прекрасны его труды. Конференция продлится 3 дня. Завершится форум этноэкскурсией в старинные горные аулы Черекского района.